Уважаемые земляки, позвольте поздравить вас с государственным праздником – Днем народного единства. А православных балаковцев – с Днем почитания Казанской иконы Божией Матери, традиционно считавшейся защитницей России и одним из символов русского воинства. Более 400 лет назад народ России, отбросив национальные, религиозные, социальные распри, встали на защиту нашей Родины и спасли ее от распада и полного исчезновения. И именно им, нашим предкам, вставшим под знамена Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, мы обязаны тем, что живем в единой, огромной и независимой стране. Исторический путь нашего государства доказывает, что мы сильны и непобедимы, когда вместе. Лучшим подтверждением может служить Саратовская область, частью которой является и Балаковский район. В течение столетий здесь, на берегу великой русской реки Волга, в мире и согласии проживают люди самых разных национальностей, самых разных вероисповеданий и культур. Мы, балаковцы, намерены бережно хранить атмосферу дружбы и взаимопонимания, которая сложилась на нашей территории. 4 ноября миллионы россиян выйдут на улицы родных городов, чтобы принять участие в акциях, приуроченных ко Дню народного единства, поскольку это еще и повод напомнить нашим детям о победах нашего народа. В Балаково традиционно пройдет многотысячная демонстрация, посвященная Дню народного единства. Приглашаю балаковцев принять в ней участие.